Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я хочу вам рассказать историю из жизни о семейных отношениях. Вот семейные отношения, это будет немножко время отдаленное, может быть, сейчас как-то в современных семьях иначе. Но вы знаете, есть семьи такие, где очень дружно и мило живут. Всю жизнь вежливо. А есть семьи, когда незаслуженно жену оскорбляют, вот муж обзывает, хотя она совершенно этого никак не заслуживает. Просто она сирота, слабая, не может ответить. Ну вот, я рассказываю о своей маме. У меня был очень хороший отец, но когда он выпит, он, ну вот это вот начиналось, мог обзываться, сидеть там. Вот. А я хочу рассказать другую историю. Вот у него был брат родной, он был глухой от природы. От природы был. На фронте он не был, он был в трудовой армии. Ну, это тут почти то же самое. И он, ну, после войны познакомился с женщиной. Ну, поскольку он после войны было очень много женщин, а мужчины были все или инвалиды, или их было очень мало. Ну, он женился на красивой женщине. Потом ему кто-то сказал, что она вела очень бурную молодость, и ее можно назвать каким-то там определенное определение ей дать. Вот. Но тем не менее, он ее любил. Она была благодарна за это отношение. Он был ее просто... Он, знаете, не тюфяк был. Он такой сдержанный, молчаливый человек. Он всю жизнь... Ну, такой молчаливый, работящий. Тем более недослышит. А она... очень хорошо с ним существовала. Она, конечно, эту свою прошлую жизнь не вспоминала и никогда не возвращалась. У них был ребенок, прекрасная сестра, моя двоюродная, моя тоже так же ее зовут, прекрасная семья. Я когда приходила к ним, было уютно, замечательные там шторки с вышивками, скатерть с вышивкой, зеркальный шкаф, много окон, все окна открыты, всегда свежий воздух, всегда тетя Мила улыбается, радушная такая. Дядя Тима тоже рад нам был. Ну, он отца и его семью, конечно, приветствовал. И отец поначалу очень красиво себя вел, все галантно. И хороший вообще человек был. У меня отец так. Вот. Все классно. Но... и радушная, и веселая. И нельзя было заподозрить, что у нее было какое-то там такое прошлое. Ни в коем случае. Вот мой же отец выпьет, когда это у него уже пошла стать, на крыльце ему, что попало рассказать, хотя моя мама сирота, сельская учительница, две сестры, скромнейший человек, там начитанная такая, добрая, простодушная, ранимая очень. И вот так ее вот так публично оскорблять. Просто некому было вот сдачи дать, заступиться. И вот он так себе позволял. А вот его брат, он был другой. Вот он с этой женщиной, с которой, ну, в общем, познакомился каким-то образом. Как он познакомился? Он женился на ней. Она ему понравилась. Он увидел в ней мать будущих детей, хорошую хозяйку. Ни разу за всю жизнь он ее не упрекнул. У них было дома уютно, чисто, сытно, вкусно. У них не было разносолов. Вот у нас отец работал на Инскомнате, так у нас было, конечно, у нас блюда готовились. Все. А, ну, у нас мама шикарно готовила. Там, я же говорила, что она наследственная вот такая. Но она была, в сути, несчастная. Там в те времена, в те моменты, когда отца находила вот это... манера это выпить, вот эта вот тяга к спиртному, человек просто вот переключался, становился другим. Все. Это был уже не человек, это был вообще это монстр был почти. Болтающий монстр, оскорбляющий. Ну, в общем, вот так вот. Вот. И я его боялась. Так милый папа, все. Как что-то включалось, и мы с мамой убегали из дома всегда.
чтобы, когда у него активная фаза, это ну как, немножко пьянство это чуть-чуть. Иногда ходили ночевать кому-то мы, ну, к знакомым ходили ночевать, переночевать, убегали, а иногда просто сидели на заваленке, так, обнимемся с ней, а брат уходил к другу ночевать всегда. А мы это, с мамой сидим и ждем, а иногда все втроем сидим и ждем, когда отец у нас заснет. И когда он заснет, мы так потихонечку заходили домой, тихо ложились спать, все, спим. Утром просыпается папа, не помнит, что он говорил. Ой, простите меня, все. Ну, вот такая жизнь у мамы была. Вот у брата отца была иная жизнь. Не пьющий человек. И жену взял вот с таким прошлым, ни разу не упрекнул, ни разу не обозвал ее. Это было вообще... Он умер первым, он как-то постарше умер. Мы потом какие-то годы не виделись, только когда у нас брат умер, мы пригласили на похороны. И вот разговаривали, она о нем только так вспоминала со слезами, какой человек был ее замечательный муж. Вот по-разному люди живут в семьях. Вот такой случай. Но сейчас, не знаю, современное время. Вот напишите, есть ли алкоголики сейчас в семьях? Или, может, наркоманы? Как они относятся? Вот я просто хочу сказать, что еще один случай расскажу. Это уже отец рассказывал нам, маме вернее, а мама мне потом, когда я взрослая стала, тоже отцу порекомендовали в деревне жениться, ну, посвататься. Такая была девушка, которая подходила, красивая, приятная, еще одна фамилица была. Но у нее был дефект. Дефект немножко того. Вот. Ну, люди говорили, в деревне же все знают. И он поэтому не стал. Нет, отказался. Нет, что вы. И все. Но на ней женился другой парень. Женился. У них дети были. И он знал об ее вот этом, что у нее заскоки эти бывают. И когда у нее были вот эти приступы, они закрывали окна, и дети, и все. Оставляли ее дома. Не выносили это, не обсуждали ни с кем. Он ее любил. Вот представьте, он ее такую любил, вот больную, с умственным дефектом. Ну, это временами было. А так она была нормальная. Во время приступа. Потом она успокаивалась, хорошая мама, дети ее любили. Муж любил, никогда не давал, рты затыкал, если кто-то из соседей пытался что-то там посмеяться или осудить. Никогда. Вот такое отношение. Видите как? А моя мамочка, бедная, всегда страдала. Вот я всегда, знаете, была на стороне мамы. Я отца вот понимаю его, когда он был замечательный человек, когда прошлое его, когда он был молодым, когда он был на фронте. Он был очень хороший человек. И когда он был трезвым, тоже рассказывал. Он был замечательный человек. Но вот эта вот фронтовая привычка, она в 60-е годы, в 70-е даже ближе, обострилась у него. И вот он начал прикладываться. Он практически, у него было две пенсии. Фронтовая пенсия, военная и такая. И он две пенсии было. И он не работал дома, ну, он рукодельный очень, замечательный человек, рукодельный, все дома у нас красиво, у нас тоже было дома и уютно, и красиво, и все вкусно было. И, в общем, и отец золотые руки, вот инвалид вот с такими руками, вот такие, раздробленные, и вот один палец был вот так, отрезал электропилой, и он дома что-то делал, мебель, табуретки, комод, тоже делал. Ну вот когда вот это вот пошло, дело выпивошка, все, человек превращался в монстра. И мама была, ну она чувствовала себя несчастным человеком, потому что она была вот такая ранимая, она честная такая девушка. Рано, 14 лет осиротела, сельская учительница работала, скромная, из деревни.
хороший человек, добрейший. Вот два добрых человека, но одного погубила страсть. Короче, вот этот зеленый змей, он победил. Победил. И вот моя мама всегда вот в таком отношении была, вот в состоянии нелюбви. Вот последние годы особенно. Каждая женщина же что хочет? Чтобы к ней хорошо относились, чтобы ее хвалили. Ну, вот как хвалили? Поддерживали ее тонус. Да, хвалить надо. Близких надо всегда хвалить. И мужья, жены мужей поддерживать. Даже если что-то не так получилось, нужно обязательно сказать, какой ты молодец. У тебя потом лучше получится. Или, ну, поддержать. Поддерживать. И детей надо поддерживать, и всех. И не критиковать. А тем более маме было обидно, что выпьет пьяный, на крыльце сидит и критикует. Тем более это не критика, это была ложь. Вот человек хозяйственный, милый, тоже все уютно дома, все такая золотая жена получилась, попалась. И вот так вот он, это богатство, как говорится, вот так бриллианты эти вот так разбрасывал. Не ценил человека, который рядом с ним был. Вот в чем дело. Вот в чем ужас был. Вот, дорогие друзья, сегодня рассказала вам о семейных отношениях. Как может быть в семье? Напишите, как вот, обижаетесь ли вы, если мужья к вам относятся как-то, или бьют в семье. И сейчас еще страшнее наркомания. Вот скажите, это же трагедия, если в семье вот такой человек. С одной стороны, его очень жаль, с другой стороны, понимает, что этот человек гибнет, он падает в пропасть, и ему невозможно помочь. Дорогие друзья, до новых встреч. Вот сегодня такая беседа у нас была, такая история.